поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе продолжается большая работа по приведению в порядок внешнего облика объектов, расположенных вдоль вылетных магистралей. В Ленинском городском округе такими являются трасса М4 Дон и Каширское шоссе. Сотрудники администрации округа на постоянной основе проводят мониторинг крупных торговых центров, рынков, придорожных кафе и магазинов. Сейчас мы с вами находимся на Каширском шоссе. Здесь у нас в районе поселка совхоза имени Ленина расположены объекты торговли. Сейчас мы с вами можем наблюдать второй этап приведения этих объектов в надлежащий вид и обновления их архитектурного облика. На данный момент здесь ведутся работы по демонтажу павильонов, а к концу июля планируется установка новых, которые уже будут соответствовать всем требованиям действующего законодательства. Естественно, не ограничится это просто, вот, что снесли старый, поставили новый. Также будет благоустроена прилегающая территория, уложено асфальтовое покрытие, будут установлены урны, в соответствии с правилами благоустройства будет территория прилегающая также приведена в соответствие. Вылетные магистрали – это лицо области и округа, поэтому благоустройство территории у автодороги должно соответствовать высоким стандартам. Собственники это понимают и в большинстве случаев идут на конструктивный диалог.